Тори изумруд. Илюшка идет плавать. Хорошо. Девчонки, на улице так хорошо утром в 8 утра. Это Камбала, точно. Пошли, зайка. Тут такая территория хорошенькая. Все чистенько, красиво. Но это площадка, это мы будем с Тёмкой тебя здесь ждать. Так, ну что, Илюшку я определила. Он пошел уже с тренером заниматься. Тренер задал мне бахилы и сказал, в конце можно будет мне заглянуть туда, посмотреть, что. А я вам сейчас хочу, ребят, поснимать территорию. Очень хорошо, так все ухожено, красиво. Кстати, вот этот бассейн, девчонки, у меня еще муж сюда ходил, представляете, сколько ему лет. Я уже, по-моему, рассказывала в своих видосах, что он прям тоже занимал там места. Он даже, у него есть этот, ну как, он прям достиг каких-то разрядов в плавании. Вот, да, и он очень рад, что Илюшка тоже будет сейчас сюда ходить. Я, конечно, бы и Тёмку отдала, честно говоря. Ну, Тёмка, вы же знаете моего Тёмку. Он еще не готов ни к чему, наверное. Он у меня такой чуть-чуть диковатый мальчишка, но ничего. Я думаю, что он в следующий год перейдет в другую группу уже в садике, ему будет полегче. Вот. Здесь мы рядышком живем, это санаторий «Изумруд». Смотрите, какая красота, девчонки. Смотрите, вообще супер. Как называется, не могу вам сказать, потому что я особо в цветах, конечно, не сильна. Но это просто супер красота. Смотрите, какие гроздья прям этих цветочков. Вообще очень красивая территория. И сам бассейн, видите, прям плетеный листочками. Вот здесь такие розы. Но они, видимо, уже осыпаются, видите? Красивые вообще вот эти кустовые розы. Я их просто очень люблю. Прям вообще столько бабочек. Девочки, посмотрите, какие бабочки. Красивые, блин, надо их сфотографировать. О, такие красивые. Сейчас сфоткаю. Тут еще есть вот такой пруд. Смотрите. Это как они называются? За камелии или как они? Смотрите, какие красивые. Вообще супер. Молодцы, ухаживают за своим детищем. Он уже такой, знаете, повидавший виды этот санаторий, но они молодцы. Я не знаю, насколько номера как выглядят, но само убранство очень даже красивое. Смотрите, какие красавчики. Так что вот так. Очень классно. Хожу, наслаждаюсь мне, потому что разрешили только в 9:30 пойти посмотреть на моего сыночка. И вот я хожу, смотрю тут территорию, обследую. Мне очень нравится то, что мы с Тёмкой придем, когда вот час нужно ждать. Да, там есть детская площадка, и очень здорово. Я буду с ним на площадке, а Илюшка будет плавать. Вот, видимо, вот это здание восьмиэтажное, это, наверное, и есть, скорее всего, сам санаторий, да, вот санаторий, главный корпус. Ну ничего, окна все поменено, все чистенько. Это санаторий «Изумруд», кто будет спрашивать. О, смотрите, какая красота. Сейчас только что видела здесь белочку, представляете? Так не успела заснять. Шишечки. Шишечек много на дереве, она здесь живет, наверное. Красиво. Какой-то вот чудище стоит. И вот такая красивая, смотрите, вот выход. Выход к морю, ты вот так идешь прямо, и вот эта аллейка, и выходишь прямо вот по этим ступенькам, спускаешься, переходишь мост и море. Ну, он, в принципе, находится так же, как мы живем от моря, так же и здесь. На одной вершине этот санаторий находится. Вот, так что вот так. Хорошо дышится здесь. Но у нас сегодня, знаете, тепло, но ветерочек чуть-чуть такой прохладный. Вот. Так переживаю, девчонки, за Илюшку, как он там. Ну, тренер вроде такой, ничего, молодой. Не знаю. Расскажет свои впечатления. Потом выйдет, я вам тоже обязательно сниму, как у него впечатления от первого плавательного дня.
девочки, вышел он с плавания, сам вытерся, сам все сделал и сказал, что мама, это очень круто, да, Илюш? Он, говорит, даже с мальчиком подружился. Короче, он в восторге. Бассейн очень хороший, чистенький. Ну, я сняла, видели чуть-чуть? Вообще. Он говорит, мама, когда в следующий раз? Представляете? Короче, еще хочет. Очень понравилось. А я, знаете, что узнала, пока там сидела? Поговорила с девочкой. Девчонки, я буду еще, знаете, куда ходить? Тут, короче, он оздоровительный, этот комплекс. Здесь есть душ Шарко. Есть ванны вот эти всякие. Я хочу походить на ванны и на душ Шарко. Я с ней договорилась. Ну, девушка говорит, там можно, пока он, допустим, на плавании, я смогу себя там чуть-чуть занять. Так что вообще круто. Как я раньше не знала, живу рядом. Представляете, я не знала. Так что, а мы, короче говоря, побежали домой. Нас ждет мама. Мы сейчас с ней будем готовить лазанью. Так что оставайтесь дальше. Еще самое интересное. Так, ну что, ребятки, начинаем приготовление лазаньи. Капуста, кстати, нам не нужна. Это я взяла для другого. Так, что у нас идет на нашу лазанью? Мы уже поставили водичку. В ней будем сейчас делать соус бешамель. У нас прям есть вот это вот, как сказать, мука, вот этот бешамель уже у нас есть. Он продается в магазинах. Мы будем делать настоящий бешамель. Так, у нас идет 0,5 килограмма фарша. Тут у меня свинина-говяжий фарш. Идут грибы на нашу лазанью. Будет у нас там баклажан, кабачок и чесночок. Это все идет в нашу лазанью. И вот такая барилла. Девчонки, вот у меня мама, я уже, ну, она мне будет, конечно, помогать это все делать. Я уже не в первый раз говорила, что она частенько делает, она у меня и на работе ее делает. И она говорит, что вот лучше вот этой, именно вот пластов вот этих нету. Вот этой фирмы прям очень нам нравится, всегда ее берем, вот эту бариллу. Вначале мы с вами сейчас приготовим соус. У нас здесь стакан воды. Добавляем половинку, ну чуть меньше половинки вот такого вот у нас домик в деревне. Сколько здесь у нас? 470, ну 200, где-то 200. Добавляем сливок, соус. Сейчас это все подкипит, и мы добавляем соус бешамель. И варим, знаете как? Как манку вот варите вы кашу, и также этот соус будем варить. Сам вот этот соус бешамель, вот эту муку, мы добавляем сюда чуть-чуть водички. Сколько у нас? 4 ложки где-то столовой бешамеля. И также ложки 4 воды добавляем. 4-5 ложек воды. И сейчас вот это все мы с вами выливаем в наше молоко, в наши сливки и воду. Мешаем наш соус с водой. Вот так размешиваем. И сейчас вот молочко кипит, будем сюда добавлять. Так, кипяченое молоко, добавляем наш соус и размешиваем. Вот, видите, вот такая вот должна быть консистенция. И выключаем, буквально минута, минута и выключаем. Все, наш соус готов. А сейчас мы будем готовить лазанью, пока у нас будет остывать бешамель. Так, сейчас, пока бешамель наш остывает, мы сейчас нарежем лук. У нас идет одна луковица. Мы будем жарить ее до золотистой корочки. И туда у нас пойдут кабачки синенькие, 2 помидора и грибы. И вместе с луком это все будем обжаривать. А фарш это уже отдельная история. Мы его будем в другой сковороде отдельно обжаривать. Будем нашу лазанью делать на вот таком оливковом масле. Все будем обжаривать, все наши овощи на нем. Наливаем слегка масла. И будем обжаривать до золотистого цвета наш лучок. Лук у нас обжаривается, уже почти золотистый. И сейчас будем сюда добавлять все остальные наши овощи. Один баклажан, 2 кабачка маленьких. И помидоры. Помидоры тоже шинкуем. И грибочки у нас вот такие, их штучек 5-6. Ну, это на любителя. Девчонки, делайте все по своему вкусу. Просто частенько вы пишете, сколько этого, сколько того. Просто смотря сколько фарша, правильно, да? И вы сами можете для себя определить, сколько нужно их положить. Вот у нас идет один баклажан и 2 маленьких кабачка. Лук уже золотистый, высыпаем. Кабачки синенькие. Так, мелко старайтесь порезать кубиками.
грибы добавляем и все это тушим. А помидоры уже в самом конце. Помидоры, все у нас потушилось сейчас с помидорами. Помидоры сок пустит, и мы с вами будем это все тушить в соку помидоров. А потом уже мы в конце добавим чесночка. И можно посолить. Уже когда помидоры насыпали, можно посолить это все и поперчить слегка. Поставила вторую сковородку. Сюда налила тоже вот слегка оливкового масла. Сейчас будем обжаривать лук. Обжариваем лук. И сюда в лук будем добавлять наш фарш. Потому что фарш у нас делается отдельно. До золотистой сейчас корочки лучок делаем. Жарим. Ребят, скажу вам уже точно и честно, что это, конечно, трудоемкий процесс вот этого приготовления лазаньи, но оно того стоит, это очень вкусно. Все, к нашему луку выкладываем фарш и тоже его обжариваем до готовности. Солим, перчик насыпаем, красный, какой вам, какой нравится. А сюда мы сейчас с вами, знаете, что еще забыли положить? Мы не забыли, это в конце просто кладется чеснок. Чеснок у нас молоденький, мы натерли. Сейчас будем выкладывать сюда. Аромат просто супер. Чеснок высыпаем, у нас практически уже обжарилось. Сейчас это все размешиваем. А потом мы вот это все, вот эту вкусняшку, будем уже смешивать с нашим фаршем. Фарш уже тоже, в принципе, доходит. Девочки, еще такой лайфхак хочу вам дать. Смотрите, вот такой штучкой фарш прижмите, чтобы он помягче был. Это тем, что вот пюре, знаете, разминаете и фарш вот так вот прижимаете. Он сок, во-первых, пустит и будет такой помельче, приятнее будет кушать. Сейчас будем фарш высыпать вот к нашей зажарочке. Так, ребят, включила газ на самый медленный. Это вот наша зажарочка, овощи, да. Сейчас к овощам добавляем фарш. И еще вместе с фаршем все, и смешиваем все вместе. И на медленном огоньке пусть оно просто у нас потушится. Прям можно даже крышечкой закрыть. И все. Начинка у нас готова, в принципе. Сейчас занимаемся самым ответственным заданием. Это будем варить пластиночки наши. Ставим большую кастрюлю воды. Так, водичка наша закипает для пластинок. Девчонки, солим. Здесь, где будем варить нашу... Посолили. И я вам скажу такой тоже лайфхак. Чтобы наши вот, пластинки не слиплись, обязательно нужно добавить слегка вот так капельку маслица. И тогда они будут такие, знаете, нежные, развалистые, не слипшиеся. Знаете, бывают макароны. Так, кладем наши пластиночки. Штучки 4 кладем. И приготовьте воду, холодную воду, вот в такую посуду. И будем вытаскивать и обмакивать сюда. Обмакивать и будем уже выкладывать первый слой на противень. Противень смазываем вот таким тоже маслом. Еще нужно обязательно приготовить в конце, когда вы будете уже выкладывать. У вас должен быть сыр. У меня сыр идет голландского, чуть-чуть потертый. И пармезан уже тоже потертый. Будем выкладывать. Ну, сейчас я вам по ходу дела, когда мы выложим уже пластиночки, буду рассказывать, что делаем дальше. Выкладываем вот то, что мы 5 штучек бросили, выкладываем в холодную воду. Девочки, ну, валятся они минуты 2, наверное, где-то так, не больше. Так, выкладываем наши пластинки. Вот так. Первый слой мы выложили, пластинки у нас готовы. Варим еще на следующий. Берем наш бешамель и выкладываем бешамель на наши... Первый слой у нас будет бешамель. Вот он, видите, вот, так, вот такой консистенции стал. Постоял, слегка растыл. И вот так размазываем этот бешамель. Вот так. Чтобы сочный был. Чтобы сочный, мама говорит, был. Чтобы сочный, вот так бешамель выкладываем. Я сегодня на подхвате, девчонки, у мамы. Так, на бешамель выкладываем сверху нашу вот эту начинку. Прям вот так распределяем аккуратненько, красиво, чтобы было. Распределяем нашу начиночку.
Кстати, я делаю на моем противне любимом. Как он мне нравится. Вообще, девчонки, обалденный противень. Ничего не горит. Я уже 100 раз говорила, девчонки, писала даже фирму. Кукурама, по-моему, фирма называется. Кстати, этот бренд, он мне сказали, татарский. В Казани делают что-то такое, завод. Так что, вот такой у меня классный противенек. Так, теперь берем сыр, который вот у нас... не ламбер, а этот голландский у меня был сыр. Мы вот так тоже выкладываем сверху. Так, сейчас делаем второй слой. И, девчонки, пармезан будем класть в конце, когда уже в духовку ставить. А пока мы все будем заправлять вот этим сыром. Ну и второй слой уже доделываем. Тоже так же бешамель. Выкладываем нашу зажарку, сыпем сыром. И сверху еще варим одну порцию наших пластин. И последний слой у нас все. Выкладываем бешамелем, смазываем это все, высыпаем сыр. И сверху на сыр вот этот, девчонки, будем сыпать еще пармезан, чтобы было все это сочно и вкусно. Высыпаем наш вот такой сырок обычный. Хочу прям все снимать, чтобы вам понятно было. Потому что, девчонки, сама бы я явно не разобралась без мамы в такое делать. Это очень тяжело. Конечно, можно не заморачиваться и делать без овощей. Но мне кажется, с овощами будет намного вкуснее. Все, и высыпаем сверху пармезан. Пармезанчик тоже не жалеем. Но вы знаете, чем больше пармезана, тем все это дело вкуснее. Все, все у нас готово. Сейчас мы поставим на 150 пока. Девчонки, ну 7 минут где-то, больше не будем, потому что, в принципе, у нас с вами все готово. 7 минут дадим ему, чтобы он пропитался и расплавился сыр. Давайте, с удачей! Готово, наша лазанья готова, получилась прям очень такая аппетитная. Сейчас мы ее надрежем и обязательно вам покажем внутри. Ну все пропеклось, где-то заняло 10-9 минут, вот так. Ну вы смотрите на свои печки, нам главное здесь, чтобы вот это вот все поджарилось. В принципе, и все, потому что, в принципе, все у нас там было готово. Так что будем сейчас пробовать. Готовили, вот такая вкуснота у нас получилась. У меня дедуля в гостях, бабуля сейчас покушают. Бабушка, конечно, больше участия здесь приняла в приготовлении. Но я думаю, что это очень вкусно.